Я так злюсь на своего женского клона за то, что он заставил меня хорошо выглядеть. Что мне сделать, чтобы отомстить ей? Я знаю. Я ее разобью. Наверное, это ее дом. Моя женщина-клон, иди сюда прямо сейчас. О, привет. Наверное, ты мой мужской клон. Что вы здесь делаете? Мой женский клон, спасибо за то, что вы женщина, и спасибо за то, что вы хорошо выглядите. Вот и все. У тебя нет оснований на всю жизнь. Ты можешь делать все, что хочешь. Эй, вы можете найти меня? Вы мои родители. Оставь меня в покое. Да. Я оставлю тебя в покое. Женские клоны должны существовать. Несмотря на то, что женские клоны безопаснее половых клонов, они заслуживают того, чтобы существовать. А теперь делайте все, что хотите, и вы отправитесь в путешествие своей мечты в Москву или Минск. Начни. Ты можешь разоблачить меня? Вот и все. Я рассказываю своей семье. Стреляй. Мой мужской клон обвинил меня в том, что я женщина. И вы этого заслуживаете. Натуа, спасибо за то, что вы женщина, и спасибо за то, что ваш мужской клон выглядит хорошо. Вот и все, у вас нет оснований на всю жизнь. Вам не нужно найти свою комнату прямо сейчас. И вы отправитесь в путешествие своей мечты в Каир. Египет. Спасибо, что разоблачила нашу дочь. Этот твой клон заслужил все это. Для этого я позвоню твоей сестре и скажу ей разблокировать тебя. Спасибо вам огромное. Натуа, спасибо за то, что вы нашли своего клона самки. Она полностью заслужила это за то, что вы хорошо выглядите. За это вы на всю жизнь ничем не обоснованы и ничем не обоснованы. За вашей наградой мы отправимся в Россию. Ура! Я так взволнована. Подождите, придется ли Кухёну приехать? Я не хочу, чтобы Кадэхён приезжала, она просто разрушит Беларусь. На самом деле, у меня есть идея. Поскольку Кухён ненавидит Русь, она не захочет ехать в Россию. Поэтому мы заставим ее пойти в качестве одного из наказаний за то, что она во всем делала. На самом деле, это отличная идея. Завтра мы уедем. Тьфу. Не могу поверить, что мне нужно поехать в Россию. Ненавижу /U', потому что это для Киева. Вместо этого я хочу поехать в Бандар-Сери-Бегаван. Нет. Мы не поедем в Бандар-Сери-Бегаван. Мы едем к Тайсусу, потому что Натуа посадил на землю своего клона самки. Это его награда. Вы должны прийти, потому что это ваше наказание за все плохое поведение. Даже если бы мы поехали в Бандар-Сери-Бегаван, вы бы не приехали. А теперь заткнись и не разговаривай, пока мы не доберемся до России. Я так рада, что мы в России. Тьфу. Я так злюсь, что мне приходится оказаться в этом дурацком месте. Что мне делать, чтобы отомстить? Я знаю. Я хорошо разбомбим всю автономную федерацию. Ха-х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 а
Теперь я буду бомбить округом. Теперь я буду бомбить автономный федеральный город. Наконец-то я буду бомбить Россию. Ха-х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 а
Это было так весело. Мы сейчас едем домой. Кадыхашон, если вы ненавидите букву «Р», это не значит, что вы можете хорошо бомбить всю Россию. Правильно, Кадыхашон. Как же ты смеешь испортить наше путешествие в Россию? Это последняя капля. Мы призываем полицию арестовать вас. Привет, полиция. Это я, Налас. Можете ли вы арестовать моего глупого учителя Агдахена? Потрясающе. Увидимся через несколько минут. Хорошо, пока. Я отвезу тебя в тюрьму. Это будет твоя тюремная камера. Вы останетесь здесь навсегда. А теперь ложись спать на этой тюремной койке навсегда. Не могу поверить, что мне придется сидеть в тюрьме вечно. Может ли моя жизнь стать хуже? Ва-в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 а